Немножко я камеру подняла. Вот мы видим, должно получиться вот так вот. Ленты немножко надо развернуть вот так, чтобы он смотрел лицом сюда. Приметали, оставили здесь, потому что еще будем прикручивать. И последний цветок у нас. Вот он. Последний наш цветок состоит из двух зеленых листиков и одной лилии. Так мы просто к нашей с вами лилике прикручиваем два зеленых листика. Добавляем к нашей лилии все два листика зеленых. Так, все оставляем. Он у нас будет ниже в основании самого цветочка, поэтому мы его не трогаем. Сейчас, секундочку. Так, далее у нас идут герберки. Герберки у нас две розовых, светло-розовые. Две красные, две оранжевые, одна светло-розовая. Вот наши герберки. Нужно их расположить вокруг нашей с вами лилики. Так, чтобы они у нас бы не были очень близко. Так, одну герберку мы располагаем здесь. Далее располагаем немножко ниже розовую герберку. Далее у нас будет оранжевая ниже герберка. Так, расположим. Так, мы уже знаем, что наши три герберки будут располагаться. Красная выше. Так, розовую возьмем. Возьмем вот так вот розовенькую. Светло-розовая. Все три наши с вами герберки. Вот они у нас три герберки мы взяли. Все на разной высоте. Теперь нужно их нам соединить вместе. Все три. Скручиваем наши герберочки тейп-лентой. Вот наши герберки. Красная. Вот она у нас красная, розовая
Еще одна розовая. Вот они у нас три. Все наши три герберки будут располагаться вот тут вот, у основания нашего букета. Нашей композиции. Так, следующие три герберки, не три, скрутим две, красную и красную возьмем и оранжевую. Также и две скрутим между собой. Наши две герберки будут вместе. Вот две герберки готовы. И оставшиеся у нас по одной, мы их потом добавим в нашу с вами композицию. Так. Так, собираем нашу с вами композицию. Лилия. Первые у нас лилии. Сейчас пока соберу цветочки, чтобы они не мешали. Расправим их потом позже, чтобы они нам сейчас не мешали. Сделаем так. Это у нас вот тут располагается. Чуть-чуть ниже эти три у нас. Далее идет у нас белая веточка. Вот такая вот белая веточка. Здесь она у нас между цветами. Так, оранжевый цветок у нас будет этой стороны герберка. Вот она. Мы ее располагаем здесь. Герберочка у нас с левой стороны. Дальше. Дальше у нас идет еще одна веточка. Переворачиваем наш букет. С другой стороны у нас... Теперь с этой стороны мы добавляем наши с вами цветы. Так, и одна сбоку будет стоять. Тут вот. Так. Еще одна лилия будет располагаться у нас вот здесь вот. Вот здесь гербера будет вот с этой стороны. Так, с этой у нас есть уже розовая. Нет, здесь две розовых. Да, так и оставим. И одна веточка дополнительная будет у нас вот тут. Вот. Тут мы ее загнем. Так вот. Далее с помощью нашей же проволочки мы все наши цветочки зафиксируем. С помощью проволочки. Хорошо скручиваем. Обматываем нашу саму композицию проволокой. Очень хорошо. Дальше место, где мы скрутили проволоки, с проволочкой мы сверху покрываем клип-лентой.
сразу смотрим примерная длина проволоки, что мы утопим в нашей вазочке. Вот мы видим, видите, я оставила совсем немного, так как у нас вазочка небольшая. Теперь с помощью кусачек мы ненужную проволоку откусим. Вот, откусим все концы. Наши концы мы загибаем. Они у нас утонут в нашем гипсе. Так вот. Загибаем. Так, теперь измерить нужно нашу с вами композицию. Как она будет стоять в вазе. Так, немножко еще можно загнуть. Еще загибаем. Еще. Так, далее. Остается самое главное. Наши зеленые липовые листики. Гипс. Нужно приготовить нам гипс, чтобы гипсовать нашу с вами композицию. Так, наши с вами листики берем по 3 штучки. По 3. По 3 штука. И скручиваем между собой. Вот так вот. И готовим воду. Наши листики, вот мы их скручиваем. Вот видите, что у нас получается. По 3 штучки мы их скручиваем, каждый можно одни, вот так вот, видите, несколько, какие-то длиннее, какие-то покороче. Веером их так ставим и скручиваем. Да. Вот. Что у нас получается? И последние три листика, вот они у нас также скручиваем. Теперь наши зеленые листики нужно прикрутить к нашей композиции вокруг нашего букета. Должны быть размещены наши по три листика. Вот видим, мы размещаем у основания нашего букета по кругу наши листики. Приступаем. Прикручиваем наши листики вокруг нашего букета. Букет получается очень тяжелый. Так, все, прикрутили. Теперь нужно развести наш с вами гипс. Так, берем алебастр и разводим консистенцию густой сметаны. Наливаем, берем гипс, заливаем водой и разводим. В одном из наших видео я показывала, как я разводила. Вы уже знаете. Это все делается.
веточку. После того, как он высохнет, застынет, я сделаю фото и покажу вам, что у нас получилось.